Агрохолдинг приступил к строительству в Севском районе третьей откормочной площадки, где одновременно будут содержаться 80 тысяч голов. За последний месяц это второе мероприятие, посвященное началу строительства нового производства на Брянщине. Мы сегодня видим, все видят, что проект набирает силу, проект уже выходит на проектную мощность, и те цели и задачи, которые ставила компания, они, можно сказать, сегодня реализованы. И вот сегодня компания, чем важна она для Брянской области, не только налоги, да, и налоги, и рабочие места. Компания «Мираторг» развивается, с ней развиваются более мелкие компании, они дают заряд всему сельскому хозяйству, а это успех всей области и всех наших жителей. Площадка планируется полностью автономной. На ней разместятся крытые линии для животных, хранилище кормов, водозаборный узел и артезианская скважина. Здесь будут использованы самые последние новейшие технологии в откорме. Значит, все земли, которые у нас здесь, будут удобряться навозом, компостом. То есть это позволит повысить и плодородность земель. Уверен, что позволит снизить себестоимость производимой продукции. Здесь планируем откармливать новую породу, которую мы сейчас выращиваем в Брянской области. Это кросс вагю ангус, что позволит нам получать очень высокую мраморность, развивать активный экспорт в Японию, в Южную Корею, в Китай. Сейчас этот рынок очень активно растет. Ну а для области, понятно, это новые рабочие места, налоги. Работа фидлота на 2/3 увеличит мощности по откорму животных. В перспективе агрохолдинг ежегодно будет перерабатывать 400 тысяч тонн говядины. Стройку планируют завершить в следующем году. Артемий Маркелов при содействии пресс-службы регионального правительства «События. Севский район».